он, герой нашего времени. Я Варвара Шалагинова, и прямо сейчас я расставлю все точки над «и». Я могу точно сказать, что современная молодежь адекватна. Вот, например, вам кажется, что навстречу вам бежит молодой, неотесанный, неформальный молодой человек, буквально сбивая вас с ног. Но на самом деле он помогает бабушке донести тяжелые сумки до дома. Часто на улицах города можно встретить молодую девушку с ребенком на руках. Большинство взрослых сразу начнут осуждать в виде эту картину. Но на самом деле это сестра малышки, которая решила помочь своей маме. Также можно встретить молодежь, непонятно ведущую себя во дворе. Вы подумайте, что это невоспитанные хулиганы, но эти ребята готовятся к танцевальному флешмобу. Зачастую на улицах города можно встретить молодых людей, обильно разукрашивающих стены или подъезды. Конечно, большинство подумает, что сейчас он будет рисовать гадости или писать непристойности, и вы снова будете неправы, ведь молодой человек решил творчески украсить наш город. Я доказала вам, что наша молодежь адекватна, а прямо сейчас я продолжу свой репортаж.